нереально светится. Такая краска. Это знаки зодиака. Он так и называется. Зал. Зал зодиака. И все знаки. А вот и мой. И близнецы, и здесь собака, и змея, и козерог. Очень интересно. Чао. Телефон не вмещает всю красоту. Посмотрите, какой потолок. Всю величину стены такие расписанные фрески. А нет, это гобелены. Это гобелены. Рикардо Костя, гобелены? О фреске. Костя, сюда, да? Да, гобелены. Арацци. Арацци, как я вижу, это просто амур. Смотрите, какая дверь. Боже. Каждый зал. Сокровище такое. И это дорогушка. Нарисованная. Это не гобелены. Это на рогожке, на такой ткани, нарисованы картины. Вот это что. А здесь у нас времена Леона Десятого, Льва Десятого. Смотрите, какая интересная. Скульптура. И здесь тоже очень интересно.